Голодающие не уступили, а заболеваемость ОРВИ растет. По данным специалистов Эпиднадзора, в Димитровграде за прошлую неделю зарегистрировано 964 случая острых респираторно-вирусных заболеваний. Это на 194 больше по сравнению с предыдущей неделей. Болеют в основном дошколята и подростки. Медики связывают рост ОРВИ с наступившими холодами и пока еще не отапливаемыми помещениями в детских садах и школах.